Германия намерена отказаться от 5 проектов, связанных с «Северным потоком-2». Почему немцы приняли такое решение, расскажет Елена Абрамович. Федеральное агентство по сетям Германии пересмотрело план развития газотранспортной сети до 2024 года и требует исключить из него 5 проектов, связанных с российским газопроводом «Северный поток-2». Будущие трубы, по которым предполагалось транспортировать газ от побережья России через Балтийское море до Германии, стало туманным. Ведь США намерены штрафовать все компании, которые участвуют в энергетических проектах, связанных с Москвой. Ряд европейских стран – Польша, Литва, Латвия – выступали против «Северного потока-2». Но Германия все-таки собиралась в него инвестировать – почти 500 миллиардов евро. Теперь Берлин поменял планы. Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы. «Северный поток-2» попал под действие санкций, по словам авторов законопроекта, из-за вмешательства России в президентскую кампанию США в прошлом году. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».